Да. Господин Пруб, почему вы все время играете по-маленькому? А с какой радостью мне играть по-крупному? Только не надо прибедняться. У вас с какой радостью? Когда вам людям нечего жрать, они идут к вам в ломбард и несут, что попало. Я вас умоляю, Сережа Моцкий. То, что мне сейчас несут, стыдно показать серьезному человеку. Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой. Ой-ой-ой. Вам легко говорить, когда такой урожай пшеницы, и у вас зерна на миллион. И что с того? Когда рынок денег настолько хороший урожай, насколько у нас плохой, извините, я в прогаре. Господа и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица революционного Черноморского флота. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем богат. Господа, только чтобы не было никакого беспорядка, я вас умоляю сохранять спокойствие и революционную сознательность. Коньячку мне налил? Коньячку мне. Печатку снимайте. Она не снимается. Пиндос, тут у человека печатка не снимается. Помоги ему. Не надо помогать, я сам. Яша, давно вы стали матросом? Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Давайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе, а то же он переживать будет. О, Миша, благодарю за внимание, господа и дамы. Сохраняйте революционную сознательность и не рыпайтесь минут 10. Адьос.